Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет! Сегодня у нас новая серия на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У меня, кстати, новый ник, вы его можете увидеть на экране, Кирюха Путбуль. Ну, на английский как бы вот так вот она пишется, можете вводить мой ник при регистрации, либо просто, когда будете регистрироваться, тоже вводить мою фамилию Пол Канов. Сегодня у нас будет новая серия, в которой я, как всегда, админил. Будут интересные моменты. Самое интересное то, что я встретил Рыжика, немножко дэмил, немножко себя неадекватно вел, поэтому я его как бы успокоил и направил, наверное, путь. Также были очень смешные моменты со школьниками, которые жестко орали, поэтому серия будет интересная. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Он просто попрошайничает. Я знаю, я не собирался. Не стреляй. Братан, если я тебя один раз ударю, то ты умрешь. Не стреляй в него. И не бей его. Просто стой на месте. Я просто его убью. Да не бей. Ну чё, давай бей, а. Ну зачем бьёшь ты? Ну зачем? А чё, зачем? Я чё тебе сделал? Ну тебе делать нечего, братан. Ну зачем? Я ж тебя сейчас могу просто посадить в КПЗ и всё. Либо ты нормально играешь, либо я тебя накажу просто и всё. Чё делать-то с ним будем? Пусть бегает. Будет нарушать, просто накажу. И там уже сам он будет виноват. Я его предупредил. Ну иди работай. Если денег нет, для чего работа нужна? А для чего работа нужна, Леонид? Работы придумали не просто так. Ну, первый левел у тебя, иди работай на ферму. Дальше поднимись до второго левела, иди таксистом работай или на автобусе. Ты можешь за день заработать лям спокойно вообще. Ну ты ходишь по тысяче, просишь. Бля, вот реально не понимаю таких людей, которые просто, ну, без какого-либо смысла, вот это начинается, эта херень. Просят деньги, просто людей бьют без какой-либо причины. Зачем? Пойди заработать деньги. Нет, он просит, еще возмущается, то, что ему не дают деньги. Я бы ему реально помог, просто, ну, я понимаю то, что он, мне кажется, даже толком не знает, как играть, потому что он капсом пишет иногда, людей обижает просто так. Поэтому давайте, я не знаю, на автобусе, по-моему, со второго уровня можно работать. Давайте, может, его на ферму тпхну, пусть он там поработает просто и все. Вот ферма, иди устраивайся и работай. Не надо попрошайничать деньги. Ты можешь сам прекрасно их заработать. Давайте просто Рыжика на верный путь. Я не могу. Почему? Вы здесь не работаете, не пишите. Ну вот, нажми переодеться и начать работу вот здесь. Теперь вон иди на мельницу, как бы, и таскай тюки, так сказать, вон. Видишь, как чувак. Подходи к кустику, просто нажимай Alt и все, и жди. И потом у тебя метка появится и туда относи. И все, здесь ничего сложного нету. Качаешь левел, иди работать потом на автобуснике, там хорошо платят. Когда будет 7-й левел, иди налоговую работу, там можно 400 тысяч за час делать. И там еще машины даются, чтобы на них передвигаться. Давай, больше не хулигань. Все, я пацану помог. Возможно, да, он новичок, он не знал, что, зачем, куда. Он не знал, где работать, как работать. Но я ему помог, как смог, пацаны. Объяснил, показал. Поэтому я надеюсь, то, что он больше не будет нарушать. И заработает сам деньги, купит себе машину, квартиру. И все у него будет хорошо. Короче, пацанчик на рекрусе до мусоров нарывается. Просто их там чуть-чуть таранит туда-сюда. Давайте за ним последим просто. Посмотрим, как далеко это все зайдет. Ну, мне просто реально интересно, чем он будет заниматься. Так, ага, он светофор хотел объехать. Но не получилось, братан. По встречечке вроде бы обошел, да? Так, вот он выпрыгнул из машины. Там девушка еще играет. Нормально. Это уже интересно. Где, блядь, тут дом есть? А, есть в натуре дом. Нихуя себе, сейчас бы, блядь... За банком был бы дом, это, конечно, блядь, сильно нахуй. А, блядь, я не понимаю, типа, разве можно домой заходить, типа, и как бы арестовывать? Ну, это ж бред, блядь, ну, к себе дом. Как они вообще определили то, что он у себя дома, типа, блядь, что вообще какой-то пиздец, реально. Короче, ждем. Ага, они, типа, в засаде, да, такие сидят? А при чем вообще тут этот хуракан, блядь, ну, он же не полицейский. Куда он лезет? Как бы, я думаю, это запрещено так делать. Как бы, он не сотрудник ППС, ДПС, там, ну... Я тазер его ударю и потом наручник. Бля, я, конечно, все понимаю, но, блядь, вышло при попытке избежать ареста. Я, конечно, все понимаю, но что это было? Хуракан, ты каким вообще лесом тут находишься? Ну, ты сотрудник ДПС или ППС, ну, что ты тут забыл? Зачем ты в людей стреляешь? У тебя есть корочка, что ты сотрудник, ну. Ну, какой сотрудничаешь с полицией? Ты себя видел, блин? Какой сотрудничаешь с полицией? Сейчас ты так полежишь, и потом никогда не встанешь, братан. Я, конечно, блядь, все понимаю, но это уже перебор. Как бы он уснулся от ареста, за это не знаю, что дают. Ну, по идее, Дамарган. Ну, ладно, он уже в КПЗ сидит, поэтому его наказывать не будем.
Пацаны красавчики, не теряются просто, отдыхают, танцуют, слушают музыку. Смотрите на Рыжика, тупо из воды такой выглядывает, ебать, глаза такие, смотрите, ебать. Бетом Рыжик уселся такой чистый, на похуях такой, ебать. Знаете, типа я не в этой тусовочке сижу. И в воде сидит такие, только глаза торчат и все, ебать. И молодец, он красавчик просто. Понимаю, блядь. Это, конечно, сильно. Я, конечно, все понимаю, но это, конечно, сильно, блин. Я когда первый раз услышал, я охренел вообще. Маркуша! Марк, нас на стандартную парковку. На парковку нас на стандартную.